перед самим собой. Я сейчас хочу плохую вещь сказать или не говорить. Надо спросить у педагогов. У меня нет высшего образования. У нас есть СПО. Я не закончил, признаюсь, мне КВН съело, и 7 лет я в одном вузе числился. Вот, а потом я поступил в ГИТИС в 2004 году и не стал учиться. Я поступил, все окей. Саш, у нас есть, у твоих родителей образование какое? Мама среднее, папа выше. Вот у меня у родителей, у обоих среднее образование, они поженились в 17-18 лет. Назвать их плохими людьми никто никогда в жизни не скажет. Они великолепные люди, которые воспитали замечательных сыновей. У моих друзей и знакомых, у которых высшее образование, у которых успешная карьера и бизнес, у них у родителей техникум. И все. Тогда это было нормой. Сейчас норма где-то высшее образование. Но то главное то, какую норму вы как человек задаете себе. Надеемся, что у вас с этим все отлично. А глядя на то, что вы принимаете участие в этом фестивале, это подтверждает. Это тема другая, вообще другой дискуссии. Ну, поехали к вопросам. Ну что, девочки первые на сегодня.